Жора, а вот мы с тобой кушали, и витаминку забыли скушать, а мама нас проконтролировала и написала под видео. Сейчас дадим тебе так витаминку. Иди сюда. Так, зомби-ящик приглушим. Все равно ничего путного не скажем. На, ну. Вот. Скушал? Все? Молодец. Молодец, скушал витаминку. Вот я уже дров натягал. Часа два, где-то полтора прошло. А Жора как солдатик контролит меня, ребята. Печалька. Печалька, не выпускают собаку, да? Не выпускают. Грустная собака. Печаль, Жора, печаль у тебя, да? Грусть вселенская. Что ты меня, папа, тут закрыл? Выпусти меня уже давай быстрей. Выходи, привет! Привет! Жора, привет! Ай, привет, исполняешь, да? Привет! Ты скучал? Скучал. Что-то ты не сильно и скучал. Или скучал? Расскажи нам. Жор, давай лапу мне. Давай. Молодец. Скажи, папа, ты меня больше не закрывай. Ай, довольная собака, довольная. Выпустили с казематов. Жор, в магазин пойдем. За творогом тебе. Радостный папа пришел. Жор, кто тебе разрешил сюда залезть? Чего ты без спроса залез? Ладно. Чуть-чуть можно кайфануть. Он залез, улегся, я тут сижу, телек втыкаю. Он говорит, пап, ты меня больше не кидай, я буду лучше рядом с тобой всегда ходить и лежать. Жора! Маленькое отключение. Потом еще попозже включимся.